Столичный конкурс юноармейских отделений «Зорница» – смотр военно-спортивной подготовки школьников. В нем участвовали 12 команд, а о силе духа и воли к победе – Рифат Фаткулин. Смирно, торжественно маршем, с прямым шагом. Марш! Синхронность движений, чеканный шаг. Звучащие команды – сигнал к перестроению. Колонна, как единый организм, подчиняется только командиру. Строевая подготовка – одно из заданий смотр-конкурса. Лишний шаг – нарушение координации движения. И заветные баллы беспощадно снижаются. Мы готовились каждый день к этому выступлению. Отрабатывали строевой шаг команды. Правильное выполнение, на правильную отмашку рук, на правильный натянутый носок. Я хочу поступить в летное военное училище Ульяновское. Вот, вырасту, стану летчиком, надеюсь. Сборка-разборка автомата Калашникова на скорость. Екатерина Нуждина отточенными движениями отстегивает магазин, снимает затворную раму и делает холостой выстрел. Главное не просто уложиться в нормативы, а сделать это быстрее, чем соперники. Ее результат – 25 секунд. Это просто ловкость и тренировки. Просто вера в себя, что я смогу. В некоторых школах одна коробка, а здесь другая. И разные сложности. Иногда бывает дело в пенале или в шомполе. Для Кирилла Шантенкова военизированная эстафета оказалась непростым заданием, но он справился с ним. Осознание, ради чего это делается, придает силы. Юноармеец, он должен быть, во-первых, смелым, должен быть честным, открытым. Он должен помогать людям, он должен уважать старших, это во-первых. Должен знать культуру, манеру, вести себя уметь должен. Смотр-конкурс юноармейских отделений «Зорница» проходит 5-й год подряд. Патриотизм – это в большом понимании, это ведь любовь к родине, к семейному очагу. Но его надо защищать, поэтому это очень важно. Каждый наш недруг хочет оторвать кусочек от России. Мы не должны этого допустить, поэтому эта работа по подготовке защитников очень важна. Интеллектуальные конкурсы тоже в перечне заданий. Ребята достойно прошли все этапы. Рифат Фаткулин, Павел Иритков, Республика.